Элита Арксплюй Продакшн представляет. Ла-ла-ла-лай. Мой прекрасный сексуальный голосец. Прям как мой конец. Ой. Это у нас гайд на Дума. Я сейчас вспоминал, да, в первой доте его звали как? Проверяем скилл. Правильно, его звали Doombringer. Или Doombringer. Doombringer. Как-то так. Это его имя было, прозвище, никнейм Кликуха в первой доте. Но мы играем во вторую доту. Я надеюсь, что вам приятно слышать меня, что вы соскучились по гайдам. Да, я продолжаю вас баловать гайдами. Напомню, что свой 8-летний опыт мы сейчас играем на аккаунте, где 7330 ММР. 7330 ММР. Я продолжаю вас учить доте. Само собой, смотря мои гайды, у вас никогда не будет регрессия. То есть вы не будете играть хуже. Наоборот, у вас будет прогрессия. Вы будете развиваться, набираться опыта и слушать. Мои слова, я буду делиться опытом с вами. Короче, а почему Doom? Потому что это невероятно мой любимый герой, я его раньше обожал, я снимал на него уже гайды, по-моему, 2 гайда, но почему-то я не могу найти второй гайд. Я же снимал гайд, я помню, где Doom был через лес, но почему-то я не смог его найти. Снимал 2 гайда, но тогда это был совершенно другой герой. Короче, мы сейчас ждем 26-ю секунду в этом месте. Качаем первый скилл. И с самого начала мы идем в лес, потом на харду. То есть я вам покажу, как играть на харде. Этот герой полностью недооценен и врагами, и союзниками. То есть враги думают, ну, пикнули Дума и пойдет в лес. Ох, как повезло-то нам, повезло. Но мы не пойдем в лес. А вы спросите, почему я так был рад? Да, потому что мы нашли одного из лучших крипа для данного героя. Кто у нас стоит? Показывай. Wind Ranger, Верка. Ну, почему бы и нет. Хорошо. Что ж, фарм так фарм. Давайте попробуем пофармить. Нас сейчас будут бить по лицу. Так вот, герой недооцененный. Тем более, то, что мы сейчас стоим на лайне, мы идем в харду. Я, еще раз говорю, продолжаю вас баловать гайдами и всегда стараюсь... Ну, разный стиль игры подбирать для видео. Во-первых, мы сейчас играем опять на моем основном аккаунте 7300, я уже сказал. Во-вторых, 7330. Во-вторых, мы сейчас играем чисто с китайцами. Опять играем на китайских серверах Perfect World. Если меня спросить, да, а какой регион играет лучше? Там русские, ну, СНГ, русскоязычные. Да-да, пофармить. Вообще, про фарм можете забыть. Вам никогда харде не дадут пофармить, никогда. Это... В сказках только такое бывает. Это только сказки. О, попадос на лавандос. Да сдохни, шалава, шала, шалава. Нормально, ладно, все. Убили бомжиху. Так вот, запомните. Вы идете в харду, не ждите, что вам союзник даст фарма. Никогда. Сейчас так считается, что в харде фармит тот, ну, у кого получается. То есть, кто крипов добивает, тот и фармит. Поэтому сразу будьте к этому готовы. Не нужно ныть, типа, о, там, ты мне не дал фарма, там, рюпорт, ливаю и так далее. Все, пуш получил свой уровень и ушел от нас. А, также смотрите. Я вам показываю совершенно другой стиль. Мы сейчас будем играть и побеждать. То есть, опять же, это видео называется 7330 ММР, я напишу название. И самое главное... поднятие соло-рейтинга. То есть я показываю, как поднимать рейтинг. Ведь что такое поднятие рейтинга? Нам нужно просто победить, правильно? То есть нам нужна именно победа. Нам не важна стата. Да срать вообще, сколько у вас там КДА, да? Я срать хотел, сейчас достану. Ладно, короче, вы поняли. Короче, нам все равно на нашу статистику. Так в этом и суть, что мы идем в харду, и мы сейчас будем нереально терпеть. Мы будем всю игру просто такой терпивой, чмошной. Будем постоянно участвовать в замесах, нас постоянно будут бить, унижать, обоссывать, но мы нереально помогаем побеждать. То есть мы своей команде помогаем побеждать. Одерживать победу помогаем. То есть я вам показываю такой стиль игры, нереальное терпило называется. Просто терпило, будем терпеть.
Это мне сейчас очень повезло, что попался соло лайн. Обычно это как бывает? Обычно это трипла стоит, который нас бьет и убивает. Ну, как говорят многие комментаторы, на просцене вы могли видеть. Ой, тихо. Вот та тара тара та тарай. Дайте я один раз ударю ей по лицу. На, говнище. Как тебе, нормалек, да? На... Сучара, бляха, муха, ну не хватает у меня тапка. Она сейчас развернется и меня убьет. Да пошла в жопу, дура. Я мог победить, ладно, все, я умру сейчас. Пожалуйста, не убивай меня, пожалуйста. Я как кусок инвалида обоссанного. Я псина. Если были бы фейзы, мы бы по-любому ее убили. Как же ей повезло. Говноедки. Давайте, наверное, не будем искушать судьбу, хотя я на базу вообще никогда не хожу. Я обычно умираю, я не хожу на базу. Ха-ха, ладно. Как говорят комментаторы многие, что харда, она есть харда. Само понятие хардлайн, да? Что такое хардлайн, друг мой? Это сложный лайн. И когда у тебя стата 0.4, это еще можно простить, потому что хардлайн, да? Особенно, когда против тебя трипла, это очень больно. Срокотанище, честно говорю. А, все, короче, собираем мои фейзы. Я вам расскажу про героя, это гайд, я прекрасно помню. Пока я такое вступление рассказываю. Так вот, этот герой, он будет очень много танковать. Мы будем через Blade Mail танковать. Если вот один чувак играет в таком же стиле, я думаю, если он увидит это видео, он поймет. Я передаю ему привет. Он поймет, о ком я говорю. Эй, прошмандовка. Давай, связывай меня. На, говнище. На. О-та-та-та-та-та-та! Больно, больно, больно нам жопу. Ладно, ладно, шмара, жди, жди шестой уровень, тебе будет очень больно. Я говорю, сейчас почти халявная игра попалась, то, что я стою соло один, сам соло, против соло лайнера. Обычно ты стоишь один на троих, ну, все. Короче, герой, это гайд. А, еще хотел сказать самое главное. А, я почитал ваши отзывы под прошлыми гайдами, всем все нравится, мне это очень приятно, одни положительные отзывы. Ну, там были пару хейтеров, ну, мы знаем, что хейтеры подохнут, это все нормально. А, но... Мне в личку, да, ВКонтакте написала пару человек, типа, ты начал оскорблять зрителей. Я такой подумал, подожди, ты что, я в шоке, реально, я до сих пор в шоке, вот, трясусь просто. Я думаю, я и оскорблять зрителей? Это вообще разные вещи. А потом я понял, неужели это имеется в виду, когда я сказал слово «прыщ»? Я не думал, что слово «прыщ» так оскорбит моих зрителей. Шаля, шаля, шаля-ля-ля. Давай. Ну, прошмандовка, я иду за тобой. Сейчас все сюда придут по-любому. Шваль. Где ты, тварь тупая? Ушла, да? Господи Иисусе, они здесь сюда пришли. Они все сюда пришли. Они все сюда пришли. Ладно, бывает. Бывает и такое. Ну, ничего страшного. Я говорю, что, ну, погибли бы мы 0-4, это нормально. А, это, ну то, что писали, это типа начал оскорблять. Ну ладно, нет, не проблема, я больше никогда не буду оскорблять своих зрителей ни в коем случае. Я не думаю, что они настолько ранимые, что... настолько ранимые мои зрители, что слово «прыщ» доведет их до инфаркта. Они будут плакать в углу, я же этого не знал. Хорошо. Играем спокойненько. А, все-таки, наверное, мы скоро начнем уже записывать гайд. Эй, дерьмище, как тебе дела, говно? Ты ничего не перепутала, говнище? Опа! 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 Да что ж ты еще долго будешь, а, меня бить? Ладно, живи, чмо, живи сегодня. Живи, чмо, живи, живи, живи. Ладно. Давайте пока отойдем немножко, подождем, когда второй скилл отрегенится. А, я очень много хочу сказать. Ну, во-первых, а почему я играю сейчас с китайцами? Если меня спросить, да, какой регион сильнее? Там русский, ну, русскоязычный, там... Америкосы, китайцы, безусловно, китайцы. Они самые геморройные игроки. Если там с русскими ты играешь, там, ладно, там все просто. Да, пошел, победил, там много там ливеров, аутистов, да. Русскоязычные, я имею в виду, опять же, это СНГ. То здесь все по-другому. Здесь всегда очень сложные игры. Просто жопоразрывающие игры. Поэтому я решил вам показать на этом, на Китае. И мне самому нравится. Я просто хочу так новых ощущений. Это во-первых. Во-вторых, Doom. Что такое за герой Doom? Я уже сказал, да, что... недооцененный герой, то, что мы идем в харду, а не в лес, это уже очень сильно влияет на исход игры. Шмара тупая. Шмара.
говнище. Говнище. Ой, тихо, тихо. Припадок начался, тихо, осторожно. Кто-то затыпешился, да? Давайте не будем мы искушать судьбу. Сбегаем просто на базу. И наконец-то я вам расскажу про героя. Первая наша способность. Мы качаем ее вначале на единичку. Максимум и второй скилл. Потом максимум первый. И на единичку качаем третий скилл. То есть получается на первом уровне первый. Второй, второй, третий. Потом второй, второй, первый. И идем уже в первый. Что делает первый скилл? Когда мы поедаем крипа, мы его начинаем. Мы получаем голду за убийство крипа, потом перевариваем и получаем дополнительное золото. В зависимости от уровня. Вот вы видите, 25, 50, 75, 100. Это во-первых. Во-вторых, мы получаем некоторые, ну, получаем способности некоторых крипов, то есть не всех. Получаем их способности, например, вот у меня есть способности вожак волков. Да? Давайте я, наверное, вам расскажу про крипов интересных, которые вам могут попасться. Ну, во-первых, это самый лучший крип, это вожак волков. Вожак волков, такое слово непривычное. Не, можно вырубить наш третий скилл. Смотрите, третий скилл, я потом вам расскажу, он может кастоваться автоматически, то есть мы правой кнопочкой нажимаем, так и вручную. Поэтому вот надо будет тоже аккуратным. 36 секунд, дайте мне 36 секунд, и эта шмара опять подохнет по изи-бризи вообще. Тем более, сейчас я куплю броню, у меня будет 6 брони. Была одна, стало 6. Идем дальше. Первый скилл я сказал, про крипов чуть позже расскажу, про лесных крипов. Второй скилл — это огненная земля. Этот скилл, кстати, пофиксили, ну, понерфили в последнем обновлении, то есть меньше идет реген и меньше ускорения. Используем землю, у нас увеличивается, хорошо увеличивается реген здоровья и... Дополнительное ускорение у нас идет. То есть мы раньше могли догнать любого. Сейчас нам будет тяжелее догонять, ну что поделать. Пойдете, наверное, сюда вот подеремся. Я не знаю, что здесь вообще происходит. Почему? Ой, нет. Мы там драться не будем. О-о-о-о-о-о-о. Потише, братиша, потише. То есть, во-первых, у нас дополнительный реген идет. У нас увеличивается скорость. Также мы наносим АОЕ урон врагам. То есть по области урон идет, в такой вот области. Ну, такой вот области. Вот. Квадрат именно. Так, мужики, что у вас там происходит? Ага, шмара хочет подохнуть. Ну, господи, я же добрый человек. Сейчас организуем тебе смерть, быстренькую кончину. Так, кто из них? Кто из них, господи, кто? Нет, мы его не догоним. Кто? Кого бить-то, господи? Я растерялся до конца. А где эта шмара? Подожди, где эта шмара? Она разве уходила? Я вот не обратил внимания. Я помню, что было точно 3. Я вам показывал. Вот она. Пойдем, у меня есть. Второй скилл я рассказал вам. Да, это огненная земля называется. То есть вы быстрее бежите, регенитесь и наносите урон врагам. То есть в первую очередь он нам нужен. Мы его максимум, чтобы догонять врагов и регениться. Это наш самый главный реген. Шалава, ша-ша-шу, ша-ла-ла-ла. Сука тупая, не сопротивляйся, подохни просто, как шмара. Господи Иисусе, что это было сейчас? Это был... А, это она его убила. Не дают нам никого убить, ну ладно, ничего страшного. Третий скилл, раньше он назывался левел. Раньше третий скилл, там пропорционально, ну там расчет был. Уровню врагу наносил ему урон, его заменили. Так вот, еще, кстати, обратите внимание, что теперь третий скилл, он не работает через линку, то есть он не сбивает линку. Наоборот, он работает через линку, но он не сбивает. Раньше линку сбивал третий скилл левел, он сбивал линку, ты потом ультуешь. Теперь так нельзя делать. Как можно играть против линки? Надо просто, короче, скушать голема. Вы кушаете голема и кидаете сначала стан, потом ультуете. Ты че, сука, а? Ты чё, прошаренный, да? Видал? Ох, опять. Ну, видите, у меня просто аура. У него, получается, у него огромный урон. Да, у него просто охеренный урон. Ровно 2 единицы. Чё, драться будем? Чуваки, моё ТП это сразу смерть всей команды врагов. Да что ж они без меня всех убивают? Реально повезло, это очень редко такое бывает. Ну, ничего страшного.
Все, третий скилл рассказал. Ну, про лесных крипов давайте быстренько расскажу. Об основном там 3-4 крипа самые главные. Во-первых, это голем. Безусловно, не забываем про голема. Еще не забывая про Бледмейл. Тихо, тихо, что-то я вообще отвлекся. Давай, пошли. Не забываем про голема, про Бледмейл тоже. А, во-первых, голем, да. То, что у него бесплатный стан, бесплатный, вообще не требует маны. Что, догоню ее? Нет, не догоню. Шмара тупая. Пошла отсюда, животное. Бесплатный стан. Я мог ультануть, но смысла нет, потому что она уже убегает, правильно? О, спасибо, братюнь, спасибо. Сразу видно, свой чувак. Кто-то, сразу вот, чувак понимает, что я хочу уйти, молодец. А, бесплатный стан, да, там, по-моему, наносит 120 урона, стоит, ничего не стоит. А, самый лучший крип это волк, безусловно. Во-первых, это аура для всей команды, то есть вас все будут очень больно бить, всякие там... А, я убил вышку! Фу! Чмо, фу-фу-фу, опозори на жизнь всю свою оставшуюся! Давай-давай! О, видал, да, ну ты же должен понимать, такой профессионал. Так, нам, короче, у нас есть ультимейт, нужно кого-нибудь убить. Пойдем сбегаем. Когда я снимаю гайды, конечно, я очень много разговариваю и очень сильно отвлекаюсь от игры. Но самое главное, я передаю свой опыт, правильно? Я передаю свой опыт. А, я сказал про двух крипов. Это вожак волков. Не путайте простого волчонка, именно вожак. А, это голем большой, не маленький, большой голем. А, потом, кого еще можно взять? Ну, всяких там троллей, ну, там сетки вот эти вот. А, так себе, конечно, все это. Там можно этих скелетов делать. Можно также взять, например, если вы играете против Джаггернаута, здесь есть кобальт. У него аура ускорения. Тоже очень полезная аура. Например, убегать от вражеского Джаггернаута, когда он делает вертушку, то вам мало чем помогает второй скилл. То есть он не дает столько ускорения, как раньше. То есть сейчас сложнее будет убежать. Давай, 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 лети, лети, куропатка, лети. Давай, сучий потрох, мать пердолил, давай, давай. Давай, ну! Давай! Да! Давай, быстрее, блядь! Все, сука, я иду, блядь, я сейчас всех вас здесь перееву, блядь! Иди сюда, чмой! Уёбище, давай, иди сюда! Сука, пошла агрессия! Сука, иди сюда, чмо! Ладно, пожалею обоссанного. А, мы, и мы продолжаем на этом. Так, а давайте мы перейдем к даггеру, блин, даггер. О чем я остановился? Я назвал вам трех. Ну, трех основных крипов, кого бы я брал, да? Всякие там вот эти вот огры, да, у которых там есть аура. Ну, не аура, там ты кидаешь броню, как у лича. Ну, то есть вот так, это все говно, короче, бесполезно практически. Может, однажды кому-нибудь поможет, но вот. В основном мы берем трех крипов этих. Также не забывайте, что после последнего... Ну, сука, не успел, не успел! После последнего обновления добавили идиотскую ауру Клок. Клок. Которая там аура сопротивления магии, да? Крипам маленьким. То есть теперь нельзя маленького кентавра кушать и так далее. Самая лучшая руна в игре. Пойдем убивать Рошана. И все, то есть мы нашли волчонка с самого начала. Это очень редко такое бывает, нереально редко. В основном всяких там големов берите. Это стандарт более-менее. Что мы будем собирать? Вообще посрать, просто посрать. То есть мы уже, в принципе, свое дело делаем. То есть у нас есть Бледмейл, можно танковать. Соберем даггер. Знаете, я вот вам продолжаю рассказывать про гайд, да? Я рассказал вам про скиллы, рассказал про лесных крипов. А, ну вот, ультимейт. Что делает наш ультимейт? Ультимейт это мало того, что сало, это еще ладно. Также ультимейт блокирует способности врага. Самый главный плюс. То есть, если враг собрал Shadow Blade, да я хотел ссать ему на лицо. Понимаешь, да? Досрать мне на его Shadow Blade. Пойдем купим Blink Dugirk. Что можно было убивать. Тем более у меня пока нету этого. Я говорю, то, что уже 19.5, это очень редко. Такое практически никогда не бывает при игре с китайцами. Постоянно одинаковые статистики, там дерешь и дерешь до последнего. Но мы, скорее всего, просто... А, да, мы в любом случае выиграли по пику. Почему? Потому что, во-первых, мы собрали Бледмейл, друг мой. Мы собрали Бледмейл. Это невероятно... Это невероятно сильное средство в этой игре. Во-первых, Бледмейл отлично идет против Windranger. Очень часто, когда я играю за Дума, против меня играет ВР-ка.
Потому что если она на нас кидает связку, мы юзаем, если мы успеваем заюзать. Чё, пойдем? Да говнище, ну. На, перебил, видали, да? Теперь я перебиваю, я не успел бэдмейл заюзать, лол. Ты чё, сука, иди сюда, ёбище. Бэдмейл не успел. Как так, чувак? Как? Как, бэд? Бэдмейл не успел. Жопа, говно, член, писька. Почему я не успел бэдмейл? Ну ладно, бывает, ничего страшного. Ты видишь, да? Что я ничего не боюсь. Почему я не боюсь нырять в замес? Даже если нас убьют, хотя, конечно, не надо, я просто идти там фидить, как идиот. Даже если нас убьют, я внесу свой импакт. Ты прям, ты не знаешь, какой импакт, да? Это вложение, да, в победу. Ну, то есть вложение в игру. Ну, какое-то, короче говоря, не вложение, внос, да? Какая-то польза, импакт, импакт. Это польза, польза. Я внесу свою пользу, то есть я протанкую кучу дамага на себя, приму на грудь. Так, кто там? Ты мертвый, да, уже? Сука. Ну, ты уебище, блядь. Иди сюда, уебище. На, сучара ебаная. Хорошо, ты закрывает, пацан, молодец. Пока! Подохни! Ну, конечно же, мы не будем спасать СМ-ку. Нахрена СМ-ка нужна, чтобы просто подыхать по КД. Все, в принципе. А, фейзы. Я забываю про фейзы. Ну, ладно, посрать. Тем более, я вам рассказываю. Так, короче, что дальше? Про ульту. Что я могу еще рассказать вам про ульту, да? Во-первых, это сава. То есть, враги не могут использовать как свои способности, так и предметы. Я скажу просто. Дум — это один из самых сильных враги. Что-то не то сказал, да? Еще раз. Ну, не получилось, еще раз. Doom — это один из самых сильных в игре антигероев. Ну, давай я еще буду сейчас варды брать. Я же не опущенное чмо какое-то. То есть, этот герой, я называю его просто убийца вражеских кэрри. Он убивает любого кэрри, понимаешь? Любого кэрри мы можем убить с этими предметами. Любого. Он будет нас убегать, мы будем догонять и бить третьим скиллом, он будет умирать, у нас будет горелка его поджигать. Он захочет подраться, да? Типа у него супер дамаг. Чувак, у меня будет мейл, убивай сам себя. Профит, профит, профит. Значит, что мы дальше будем собирать? Без разницы абсолютно. А, хороший предмет, дальше идет Тараска. Бессонно, хороший предмет, это предмет, мы будем очень много себя впитывать. Че я здесь стою как идиот? Я хочу драться идти, дай мне подраться. Пошли, 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 братюни, я бегу. Я бегу, бегу. Run! Run! Давай, 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 братюня. О, хорош, хорош. 6, 5, 4, 3, 2. Ну, кто, 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 кто? Иди сюда, иди! Сука, тварь тупая, а? Сука, ну я бешу. Нормально, нормально. А, кстати, про ульту я забыл сказать. Забыл сказать, мой друг, про ульту. В чем смысл еще ульты? Ладно, там, это понятно, что там сало, да, там, ты за сало и так далее, это понятно. Мы выключаем героя, понимаешь? То есть начинается замес, ну, я говорю, если ты играешь на 7300 ММР, ты поймешь меня. Начинается замес. На, поебал. Ой. На, чмо конченое. На, опущенное говно, на, чмо, на, сука, на, говнище, на, бррр. Начинается замес. Мы понимаем, что, допустим, какой-то там враг очень сильный, да? Например, там всякие джиггернауты, который может ультануть и убить всю команду. И мы с даггера влетаем и ультуем на него. В итоге мы этого героя выключаем, понимаешь? Сука, иди сюда. А есть варды? Нет. Ах ты, проститутка. Сука, я думал, ты норм. А, все, мы уходим, да? Да пойдемте, наверное, сходим на базу. Пойдем. Не хочу я драться. Не хочу. Пошел на базу бегу. Давай, СФ, взрывайся. Молодец. Не получилось. То есть мы выключаем героя в замесе. Просто выключаем. Любые его способности выключаем. Это очень важно. Я говорю, Doom от него один из самых больших импактов в игре.
3175. Что можно купить? Можно купить Тараску. Можно купить Равела. Зачем нам Тараска в данной игре, если меня вообще никто не убивает? У меня одна смерть. Вопрос. Вопрос знатокам. Пойдем побегаем с Равелами. А, давайте расскажу, что можно купить дальше. Вот мы покупаем в начале фейзы, чтобы само собой там догонять, чтобы убивать, чтобы был дамаг, тем более с нашей аурой, там будет колоссальный урон. Соуринг покупаем всегда, потому что нам не хватает маны. Соурингом у нас будет, во-первых, мана на второй скилл, то есть у нас такой взаимосвязь. Мы теряем здоровье, получаем ману, юзаем второй скилл, восстанавливаем много здоровья, то есть гораздо больше восстанавливаем. А, Блэйдмейл всегда собираем, потому что Блэйдмейл — это очень сильный артефакт в игре, и многие его недооценивают. Очень сильный артефакт. На, говно! На! На, не успел! Тихо, 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 тихо! На, говнища! На, говно! Больно, да? Больно. Заметьте, СФ, сколько раз я перебил ультимейт СФу? 378 раз. На говно. Чё, будет тебе чё на прием? Молодец, золотой дождь организован. Куайтай, говорит. Нет, он говорит куйтуй, куйтуй, запомни. Ты не знаешь китайский язык, куйтуй. О чем я говорил? А, предметы, да, давайте я расскажу про предметы. Собираем Блэйдмейл, потому что это очень сильный предмет, который многие недооценивают. То есть... Данным предметом мы законтрили минимум двоих героев и врагов. Вейерка, которая, если мы врубим Блэйдмейл до связки, она нас свяжет и ультанет, она убьет сама себя. Ну, здесь не такие тупые Вейерки, она просто не будет бить, все, она ничего не сделает. И самое главное, Легион Командер. Если мы юзаем Блэйдмейл до ульты Легионки, она убивает сама себя. Профит. Понимаешь? Такой. Обмен веществами. Короче, посад, не хочу я голову ломать. Поехали, мы соберем эту шляпу. Не хочу я колдовать. Не эту шляпу, ты не бойся. И не линзу, нет. Вот эту шляпу соберем. Короче, можно собрать Тараску, чтобы больше впитывать урона. Великолепный предмет, тем более мы силовик. У нас будет больше регена, у нас будет больше здоровья. Профит. У них все живые. Я вообще фул, смотри, я фул хп, фул мп. У нас просто СМ, это хорошо. Дальше, можешь собрать Кирасу, великолепный артефакт, я его обожаю, потому что мало того, что он... А давайте выкинем Соурин, хватит его таскать. Мало того, что он дает нам броню, это аура для союзников. Аура для союзников и для врагов, то есть мы уменьшаем... У этого, по-моему, инвиз, да? Он что, может бомбануть, кстати. Смотри, какой хороший этот пуш, кстати. Он куда-то вытягивает. Ну, это, в принципе, Китай, здесь все пуджи топовые. А, дальше мы можем что собрать? После кира... Ну, вы сами выбираете. Это уже такой средняя стадия игры или уже позднее у вас будет. Можете кирасу собрать. Можете собрать Тараску и кирасу. Я хочу собрать. Я в прошлой игре собирал. Ну, мне понравилось, да? А, собрать. Как называется это по-английски, по-русски я забыл. Octane Core. Octane Core, да. А, собрать Octane Core, потому что от него много плюсов. Во-первых, у нас идет реген от маг урона. То есть у нас регенится от ультимейта. Мы кидаем ульту, у нас идет реген. У нас идет реген от второго скилла. То есть, представляете, да? Блэйдмейл, Блэйдмейл! Сдохни, шалава! Шаляля! У нас будет идти реген от ультимейта, от второго скилла и от третьего скилла тоже идет реген. То есть мы кого-то ударили, он со временем горит, идет реген. Не попал, да? Полное изнасилование. Вот такой вот у нас гайд. Можно брать Octane Core, еще раз говорю, да? Также у нас уменьшается время КД скиллов. Подписывайтесь на канал. И скоро я запишу новый гайд. Само собой, я запишу еще поздравления с Новым годом. Мы играли на 7300.